Теперь за один месяц долгу по коммуналке платежи будут спогнать примусово. У Могилёва начинается долготерминовая широкомасштабная акция борьбы с должниками. 5 дней протерминовки и документы будут накировывать у нотариат. Подробности у Татьяны Сергейчик. У Могилевском центре городских информационных систем завершают друковать новые жировки за липень. Оплатить их треба до 25 жнюня, как потребует законодавство. Оказывается, многие горожане еще не погасили за пазыку за первый месяц лета. Должников у нас больше 3000 на сегодняшний момент, но более 67% это должники с одним месяцем задолженности. Если денег в семье мало, то за коммуналку нужно платить вовремя, дабы не платить лишние проценты. Я уже неоднократно объясняла людям, что 0,3% за день просрочки – это годовых 109%. Ни один банк такие кредиты не дает под такие проценты. Коли ранее примусово спогоняли за пазыку за 2 месяца долгу, то теперь одразу после 25 числа. Причем, окромя пени, у должника з'явятся додатковые выдатки – нотариальный тариф. Мы будем принимать уже кардинальные меры и будем подавать, значит, на таких должников нотариат. Значит, система такая: 26-го не оплатил, вручается специалистам расчетно-кассового центра предупреждение о том, что имеется задолженность. Если в течение 5 дней задолженность не погашена, значит, оформляется исполнительная надпись «нотариат». До речи, у Могилеве долг по коммунальных платежах складая 400 тысяч деноминованных рублей. Широкомасштабная акция, сподяются, у центра городских информационных систем дозволить у разы скоротить запазыку. Татьяна Сергейчик, Виталь Алексеенко, Новин регион.